Друзья, всем привет, и мы продолжаем приключения ферблингов в игре Ферби Connect. Ну что же, друзья, давайте-ка посмотрим, что же интересного в сказочном мире ферблингов. Итак, друзья, сегодня мы будем открывать вот такое вот интересное зеленое яйцо с красной полосочкой. Ну давайте-ка посмотрим, какой же интересный ферблинг вылупится из вот этого интересного яйца. Разбиваем, разбиваем. И вот, друзья, вот такой вот симпатичный голубой малыш появился. Не бойся, бедняжечка. Давайте-ка мы его вот так погладим, поднимем ему настроение. Хороший, хороший малыш. Вот такой вот симпатяшка. И что же это за ферблинг? И это у нас ферблинг-роллер. К сожалению, друзья, такой ферблинг уже у нас есть, но ничего. Так, ну что же, давайте-ка покормим вот этого малыша. Отлично, иди поприветствуем тебя, малыш. Вот наши другие фербинги приветствуют, здороваются, дают ему 5 ушками. Вот так забавно, очень-очень смешно. Ну что же, забавно, друзья, очень замечательно все у нас получилось. Ну а теперь давайте-ка кормить малыша. Так, ага, он хочет у нас леденца. Давайте-ка дадим ему вот этот леденец. Вот есть он у нас. Ой, какой вкусный. Вот такая вот замечательная вкусняшка. Хорошо, покормили фербинга роллера. Кроме того, друзья, еще хочет кексика. Ну, давайте дадим ему еще и кексика. Где же у нас кексик? Что же, что-то не могу его найти. Ага, вот, нашелся и кексик. Ну, здорово, здорово, отлично. Вот на этих ранних уровнях достаточно двух продуктов, чтобы его здорово накормить. Итак, наш фербинг-роллер переходит на второй уровень и сейчас должен вырастить антенку. Итак, давай, вот-вот, друзья, здорово получилось у нашего малыша. Неплохо. Давайте-ка немножко его погладим, поднимем ему настроение. Итак, таланты у него любители газировки и еще другой талант. Ой-ой-ой, где-то что-то удрал он у нас. Ну, смотрите, друзья, какие интересные награды. Гамбургер и 21 пункт яиц, и еще грязевая маска какая-то. Ну что же, неплохо, неплохо, друзья. Пока давайте-ка пособираем бонусы. Вот, смотрите, молодцы наши ферблинги. Все, сколько всего интересного поприносили. Вот этот и щипчики, и 7 пунктов яиц. А это что такое? Вот, за каждый, друзья, пункт, когда увеличивается и когда сверху, видите, яйцо заполнится, мы сможем покрутить барабан, и из инкубатора выпадет какое-то редкое яйцо. Как правило, из него получится очень интересный фербинг. Ну, в принципе, у нас, друзья, сейчас есть несколько, по-моему, серебряных и, по-моему, даже золотое есть яйцо. К сожалению, недостаточно ваших комментариев и отзывов, чтобы я показывал, какое яйцо выбрать и залаживать. Ну что же, значит, пока сам я его выберу. Вот так, здорово, здорово, друзья, отлично. Вот, собираем, собираем. Вот и маленький насосик, и горячий шоколад, и банановый торт. То есть много чего есть у наших ферблингов-авиаторов. Вот смотрите, сколько всего интересного нас собирали. Вот 6 пунктов яиц и глазная повязка. Вот. Ну что же, неплохо, неплохо, друзья. Итак, продолжаем собирать бонусы. Посмотрим, сколько здесь у нас их. Вы смотрите, сколько скопилось вот возле инкубатора. К сожалению, инкубатор, друзья, еще не заполнен. Нужно, друзья, заполнить пунктами яиц. Тогда мы сможем подкрутить инкубатор. Ну а пока, друзья, собираем. Посмотрим, что здесь у нашего фербинга, вот этого золотистого. По-моему, это солнечный фербинг. Да, 7 пунктов яиц. Ну и почему-то все. Так, а что у тебя, малыш? Давайте-ка посмотрим. Тоже 7 пунктов яиц. И тоже пока все. Ну что же, друзья, давайте-ка пособираем остальные бонусы. А то тогда, друзья, уже возьмемся с вами. И будем посылать наших фербингов на работу. Так, остался у нас только дайвинг-клуб. Давайте-ка посмотрим, что здесь у них выпадет. И обогреватель, и градусник. То есть есть три основных вещи, которые нужны в фербингах. Это продукты, кормить, чтобы они не были голодными. Потом лечить, чтобы никогда не больные. И еще ухаживать, когда им нужно либо купание, либо чистка. Вот, здорово, здорово. Итак, друзья, остался последний фербинг.
и посмотрим, что у него 5 пунктов яиц, пузырек со льдом и зеркало. Ну что же, неплохо, неплохо, друзья. Пока я не буду залаживать, друзья. Возможно, друзья, у нас появится еще несколько пунктов, и тогда мы сможем, друзья, с вами открыть, либо заложить какое-то интересное яйцо. Так, ну здорово, здорово. Посылаем пока наших фербингов авиаторов. Путь летят и добывают на своих дирижаблях ресурсы для наших фербингов. Кстати, вот смотрите, какой-то интересный малыш. Давайте-ка мы тоже его отправим. Вот. Здорово. И все фербинги авиаторы задействованы. Сейчас последний малыш улетит. Садится в свой дирижабль и уплывает. А мы давайте-ка, друзья, пока возьмем вот этого рыцаря. Попробуем его отвезти. Вот. Вот. Ага. Ага, его, друзья, нужно откормить. Ну, давайте-ка мы его покормим. Вот хочет шоколадку. Нет вопросов. Дадим тебе шоколадку. Только где она спряталась? Ну, сейчас поищем, ищем, ищем, ищем шоколадку. Это не та шоколадка. Он хочет не простую, а вот такой вот шоколадный батончик. Ага, вот смотрите, друзья, довольно-таки живчик Фербинг Роллер прокатился возле нас. Ага, вот еще и тако хочет. Ну и еще один пункт. Интересно, друзья, сможет ли наш вот этот замечательный Фербинг перейти на 4-й уровень? Ну, очень бы на это надеялись, и было бы здорово. Итак, вот полностью мы его накормили. Удастся ему дойти до 4-го уровня? Да, 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 здорово, друзья. И я надеюсь, что наш Фербинг Рыцарь сейчас не убежит. Вот, здорово, здорово. Хорошо, давайте-ка его отправлю, погладим немножко. И у него талант садовод. Вот, ну, вот так и знал. Удрал, просто взял и удрал. Расческа, 20 пунктов яиц. И грязевая маска, и арбуз, кроме того. Не удалось, друзья, нам его поймать. Где-то он убежал. Ну, давайте-ка, возможно, кого-то из этих фербингов. Этот у нас, по-моему, больной. Ну, остальных нужно посылать на работу. Так, что-то они здесь лентяничают, друзья. Вместо того, чтобы добывать ресурсы, вот просто себе гуляют. Ну, давайте-ка я, друзья, начну с дайвинг-клуба. Здесь очень много фербингов. И будем постепенно двигаться вправо. Так, вот, на дерево мы послали лиффербинга. Этого роллера давайте-ка мы пошлем в дайвинг-клуб. Хорошо. Этого тоже мы в дайвинг-клуб. Вот так, замечательно. Вторая подводная лодка задействована. Вот третьего отправили. И еще четвертого. Вот, замечательно, друзья. Итак, активировали, отправили 4 подводные лодки. Итак, движемся дальше. Давайте-ка, друзья, вот этого фербинга поставим на растение, пусть добывает ресурсы. Этого в очках ученого мы тоже вот на дерево отправим, пусть добывает ресурсы. Здорово, друзья. И тут еще был какой-то вот фербинг, довольно-таки желтенький, довольно-таки симпатичненький. Давайте-ка, друзья, мы тоже его где-то отправим, пусть добывает ресурсы. Ага, вот растение какое-то интересное. Вот замечательно. А вот этого фербинга, друзья, мы отправим вот в клуб, в диско-клуб. Хорошо, этого мы тоже отправим. Пусть пока добывает ресурсы. Вот, замечательно. Так, кто там у нас еще есть в хорошем состоянии и без работы? Давайте-ка поищем, друзья. Так, это что у нас за желтый фербинг? Вот стоит себе, в то время как у нас очень множество работы, очень много незадействованных зданий для работы. Вот давайте-ка мы еще его отправим тоже вот сюда. Вот, ага, клуб вечеринок. Смотрите, как здорово. А как насчет тебя, малыш? Так, вот, видите, друзья, как здорово, хорошо. Так, эти что, больные у нас? По-видимому, больные, да, их нужно лечить. Так, друзья, посмотрим, нету ли здесь фербингов, нету. А как насчет тебя, малыш? Что-то он упустил ушки, наверное, он тоже больной. Давайте-ка я посмотрю. Да, 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 да. Ну, давайте пока я задействую здоровых, а тогда будем лечить уже больных и остальных. Это что у тебя с тобой, фербинг?
Фёрбинг-любитель сахарной ваты. По-моему, он в приличном состоянии. Давайте-ка, друзья, отправим его. Пусть пока добывает ресурсы в клубе рыбной ловли. Отлично, посылаем, посылаем, посылаем. Чуть ли не через полмира его посылаем. И почему-то... Ага, его нужно чистить, друзья, как ни удивительно. Хорошо, значит, давайте-ка другого фербинга используем. А тебя нужно чистить или не нужно? Да, друзья, его тоже нужно чистить. Вот, а вот смотрите, какой живчик. Какой живчик, давайте-ка его отправлю. Пусть пока добывает ресурсы. Вот, замечательно, вот так, хорошо. Здорово, друзья. Так, этого нужно чистить. Где же остальные? Ага, вот, эти что-то больные. Этот хочет кушать, а вот этот желтый, по-моему, довольно-таки в приличном состоянии. Давайте-ка, друзья, его отправлю вот клубной рыбной ловли. Остальные уже у нас клубы задействованы. Вот так. Хорошо. Так, а это, кстати, друзья, смотрите, этот Наполеон в прошлой части мы... В прошлых частях мы его купили. Давайте-ка я пока попробую его почистить и отведу. Вот, отведу его в то ли в клуб рыбной ловли, то ли в клуб авиаторов можем его отвезти. Вот так, превратим его в снеговика. Здорово. Отлично. И еще нужен вот такой вот голубой симпатичный крем. Давайте-ка поищем его. Так, где же он? Голубой крем. По-моему, это он. По-моему, это он, друзья, хотя не уверен, но мне кажется, что все же это этот крем. Вот так здорово втираем, втираем, втираем. Отлично, идет очищение. И сейчас наш фербинг Наполеон полностью очистится. И если не убежит, мы его отправим в клуб либо рыбной ловли, либо, друзья, давайте-ка отправим его в клуб авиаторов. Вот вредина, друзья, просто взял и удрал. Просто взял и удрал, и некого здесь использовать. Вот только остались больные фербинги. Ну что же, друзья, раз такое дело, давайте-ка еще кого-то поищем. Вот сюда отправить в клуб. Возможно, здесь есть здоровые фербинги. А ну-ка, друзья, давайте-ка посмотрим. Смотрите, вот есть вот такой здоровый фербинг в очках. По-моему, это тоже фербинг ученый. Давайте-ка его... Попробуй отправить клуб рыбной ловли. Вот смотрите, как здорово. Уже третий фербинг, и нам еще нужен один фербинг. И они уже вообще будут задействованы. Ну вот, по-моему, довольно-таки активненький фербинг. Не знаю, в каком он состоянии. Да, вот, друзья, вот, здорово, здорово. И смотрите, какая красота. Все четыре фербинга в клубе рыбной ловли сложены. Авиаторы добывают ресурсы. В клубе вечеринок тоже молодцы, добывают ресурсы. Ну, в принципе, друзья, везде наши фербинги задействованы. А сейчас, друзья, давайте-ка мы заложим в инкубатор яйцо. Итак, смотрите, друзья, какие есть у нас интересные яйца. Два яйца серебряного уровня, одно голубое с вот орнаментом и еще одно в виде дракона. Давайте-ка я сегодня выберу вот это голубое с орнаментом. А вы, друзья, смотрите, выбирайте. Правда, остались только... Бронзовые, но всевозможных цветов. Зеленые, желтые, черные, зеленые, темно-зеленые, светло-зеленые, голубое, оранжевое, голубое, синие, красное, желтое, зеленое, розовое, желтое. В виде дракона это уже серебряного уровня. А сегодня я заложу вот это с орнаментом. Кроме того, друзья, есть уже можно будет где-то заложить инкубатор. Я думаю, стоит нам покормить вот этого фербинга, и уже сможем мы, друзья, покрутить инкубатор. Ну, давайте-ка попробуем. Очень интересно, какое бы яйцо выпало. Так, нужна шоколадка, нужна шоколадка. Давайте-ка поищем, где она может быть. Вот она есть. Нашел, друзья, я шоколадку. Кормим нашего фербинга. Довольно-таки неплохо мы его покормили. Еще просит перчика. Давайте-ка поищем перчика для нашего фербинга. Итак, где же перец? Где же перец? Где же перец? Вот он, есть, нашли. Супер. И еще третий продукт. Он небольшого уровня. Видите, с второго переходит на третий. Поэтому не нужно сильно классных продуктов. Достаточно ему вот трех продуктов, чтобы полностью накормить. Вот так, здорово, замечательно. Итак,
Наш фёрблинг Хэллоуин, вот, отлично. Он уже накормлен, замечательно, друзья, в хорошем настроении. Вот, давайте-ка погладим его, молодец, молодец. И давайте-ка, друзья, посмотрим, какой же приз за уровень мы получим. Крем с экстрактом трав, 21 фунт яиц и апельсиновый сок. И да, вот, друзья, можем мы покрутить инкубатор и посмотреть, какое же яйцо выпадет сегодня. Итак, друзья, есть у меня множество яиц в инкубаторах. Если вам, друзья, понравится эта игра и вы захотите какое-то особенное яйцо, чтобы мы открыли, пишите в комментариях, и мы его откроем. А сейчас то яйцо, которое выпадет, оно попадет в хранилище. Ой, смотрите, какое интересное, правда, бронзового уровня. По-моему, у нас уже такое есть. Бросаем его в хранилище, друзья. Ну и на этом прощаемся. А в следующей серии, друзья, вы увидите, какой же забавный фёрблинг вылупится из вот этого голубого яйца с орнаментом. Ну а мы пока, друзья, прощаемся. Всем пока-пока. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки и ожидайте новых серий. Всем пока, друзья. До новых встреч.